Что, стена интересная? Интересная стена. Стена интересная, да? Чао, тут чао, да. Всем привет! С вами канал Артмания. Идем мы от врача. Сегодня ходили мы к лору и педиатру. Да? Ну, Дима прям засмотрелся на эту стену. Прям у него любовь со стеной. У тебя любовь со стеной? Еще кукурузу купили. Да. Стена. Любовь к стене у тебя, да? Ну, восьмой дом. Моя любимая циферка. Цифра бесконечности. Завтра мы пойдем сдавать анализы. Готовиться к садику. У нас уже все врачи пройдены, слава богу. Я прошла. Вернее, Дима прошел. Так, мы дома купили кукурузу. Варить будем. А, ну я уже говорила. И представляете, в нашей поликлинике, ну как клиника у нас платная, бесплатно выдают вот такие вот, как их там, контейнер для сбора анализа. То есть, блин, я иду, думаю, ну вот педиатр сказал, мол, типа, надо сдать анализы, Диму подготовить к... Ну, короче, нужны анализы для садика. У нас еще очередь не подошла, но нужно сдать. Вот. Я думаю, блин, думаю, у нас же дома, я помню, что нету. Последний в прошлый раз мы уже потратили. Я думаю, блин, идти с ребенком сейчас куда-то в аптеку. Он говорит, возьмите на ресепшене. Что, серьезно? Я думала, ну выдадут баночки, просто банки. Смотрите, короче, две штуки такие взяли. Класс вообще. Вообще прям молодцы. Классно. Вот. Что у меня там еще? Что-то еще. А, так, это я что? Корневин купила. Какой-то он другой, правда, что-то. Корнестим. Стимулятор корнеобразования. Короче, уже второй-третий раз покупаю, теряю. Ну вот, купил. 14 рублей стоил. Так, здесь у нас. Этим. А, морковка. Для супа купила морковку. Бабуля обещала дать, но не дала. Завтра, сегодня, завтра, наверное, я буду готовить суп. У меня есть бульончик. У меня есть бульончик и купил две морковки, 10 рублей стоило. Вот, короче, так вот. Завтра идем с Димочкой сдавать анализы. Нам надо кал подготовить. Сегодня, наверное, я его постараюсь собрать. И с ранним утром завтра буду просыпаться очень рано. Кстати, мы будем собирать мочу. Это очень-очень долго, я знаю. Это ужасно долго. Вот, все. Вот такая картина у меня на столе. Необыкновенно. А вы, наверное, ни за что не догадаетесь, чем я занята. Купили вот такой хлеб. Он очень-очень вкусный. Надо было, конечно, его изначально заснять. Но у него вот эта вот корка, она очень-очень жесткая. И даже вот просто вот взять, допустим, и откусить вот кусочек от этого, это просто нереально. Очень просто жесткая, ужасно. Но вот эта вот сама мякошка хлеба, она безумно просто вкусная. И, кстати, напоминает по вкусу хлеб из 90-х. Помните, такой был низкий, круглый и высокий, круглый. Вот я помню, круглый и высокий, прям очень. Просто обожала по вкусу, вот этот он очень похож. И иногда так хочется этого хлеба, но понимаешь, что нож просто можно сломать. Он просто жесткий. Там есть у меня другой нож. Я вчера пыталась вот таким вот ножом для хлеба. Не получается вообще. Вот. И вообще, то есть ее съесть нереально. Просто невозможно проживать. И просто взять и разрезать хлеб тоже очень-очень просто сложно. С трудом вот эта вот корочка прорезается. Она и тут получается, и снизу вот она такая же. То есть вот так вот я тут делаю дела. Решила сразу все отрезать. И вот эти вот корочки, наверное, отдам Жене.
Женя, может быть, их съест. Он любит всякие такие кожурки. Если откажется, то, не знаю, я думала сейчас про квас, но я не хочу туда в квас класть изюм. Изюм сейчас стал дорогой, и мне совсем не хочется с изюмом. Без изюма, не знаю. Короче, муторно сейчас это. У нас сейчас другие начинаются разные проблемы. Проблемы хорошие, наверное. Ну, вы увидите. Тут, кстати, моя кашка. Начала я завтракать. По утрам есть кашки. Никто их не ест. Знаете, я все время думала, зачем делают вот так с хлебом? Зачем? Теперь я понимаю, если он жесткий. Также не понимаю производителя, зачем делать такой жесткий хлеб. Настолько жесткий. Это же ужас просто. Но он очень-очень вкусный. Вот эту вот мякушку добавлю сегодня вечером. Салатик. Что-то оставлю Женьке. Это кузебяю. Ты мамин помощник. Дима помощник какой маме. Помощник. Да? Димочке 3 годика уже с лишним. Дима помогает. Ну, почти 3. Серединку не надо. По бокам складывай. Не хулигань, Дима. Не успели. Посмотрите. Велосипед какой. Поехала, вот это ужас.